Когда наши прятки? Булла. Печать для подтверждения. Попробуй как-нибудь привлечь их внимание. Предоставьте это мне. Я справлюсь.
наша взяла. Спасибо. Вертолеты скоро будут в зоне досягаемости. Они здесь. Мы с Ильей попробуем под ней. Черт! Держитесь! Я иду к вам! Прошло 10. Отряд 5. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Она здесь! Ты чертовски прав. Держите Яков, они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем.
Плоть земли отдала нам. Лара, если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат Троицы. Я знаю, но выбора нет. Сколько насилия, сколько смертей. Но, несмотря ни на что, люди Якова продолжают сражаться. Их связывает клятва, данная их предками. Долг, перешедший по наследству. Но я вижу, что они просто хотят жить в мире. Думаю, им пора расстаться с прошлым. Если мне удастся найти Атлас, я смогу забрать отсюда Святой Источник. И им не придется больше страдать из-за него. Они смогут поделиться бременем правды с остальным миром. Но если все окажется впустую... Нет, мясо вкуснее. Сегодня я... Живо, это радует. Мы доставили большинство раненых в укрытие, но враги вернулись. Они захватили... верхнюю деревню. Там, внизу, в долине, есть еще наши люди. Они организуют сопротивление. Там всегда пригодятся.
Ты? Я не стал носить. Да. Один сдался прямо на глазах у начальства. Пришлось его оформить. Они сажают их обратно в старую тюрьму? Только тех, кто может что-то знать об Атласе. Константин собирается задать им несколько вопросов. Остальных они держат около собора. Готовится веселуха. Это должно быть они. Я надеялся, что бросит жребий, кому поручить эту работу. Ну ладно. Ты давно на службе? Пару месяцев. Но на Мокруху впервые вышел. Я уже давно не участвовал в таких операциях. Подрастерял хлопца. А ты? Я работаю на Константина уже около года. Меня старый кореш порекомендовал. До этого я работал на киевских, но пришлось свалить из города. Здесь всегда столько возможностей. Это особый случай. Наслаждайся моментом. Обычно мы работаем куда скромнее и скрытнее. Жалко. А я только вошел во вкус. Да, не знаю. Что-то тут не так. Начальство какое-то дерганое. Обычно не все такие деловые. Думаешь, они нам что-то не договаривают? Кто же их знает? Может и нет. Тут бы и думать не о чем. Только вот... Понимаю. Мне от них не по себе. Здесь все, что мне удалось.
Охрана при... Что он сказал? Что решать не ему. Но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. О как! И что, это все? Слушай, других по несколько лет на контракте держат. Терпение. Операцию в соборе уже начали? Начнут с минуты на минуту. Меньше часа назад туда по воздуху доставили тяжелую технику. Анна уже на месте. Она считает, что Атлас внутри. Так разведка вроде доложила, что там ничего нет. Один из пленников показал нам тайный проход. Там внизу целая сеть катакомб. Будем надеяться, что мы уцелим. Продолжайте бой!
Крофт постоянно... Я недооценивала врага. Мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Такие же находили в Америке.
месяц я ходил на... Они найдут Атлас. Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну, то есть... Прикрой! Я тебя вижу! Так чего, все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну, то есть ясно, что это что-то все...
еще и терпение. При всем уважении, если все мои люди погибнут, мы все здесь расходим материал, командир. Мне нужен результат. Ставки высоты. Советую ускориться.